Всем добрый день или времени суток. Я Анна из Вольска, и я хочу представить две своих работы, выполненные одну в пейзажном стиле, другую натюрморт жанр. Выполняю я работы маркерами для скетча. Увлеклась я этим где-то недавно, то есть около 2 лет. Мне понравилось за то, что они могут передавать также все равно оттенки, объем, и я ими очень люблю рисовать работы. Первая работа, это называется «По дороге домой». Я живу в Сибири, у нас 9 месяцев зима, поэтому, конечно, мы ее любим, очень рады, когда у нас снег. И это был солнечный день, то есть в окружении сосен, по дороге домой.